Пусть посидят, подумают. Тренер сборной по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему же не пригласил в команду Кокорина и Мамаева. Новый рулевой считает, что вызывать на товарищеский матч с Турцией и Ганой тех, кто еще не отошел от Евро, было бы неверно. Поэтому наши прославленные игроки остались без путевки на товарищеские игры. Я отмечу, когда новый тренер давал свою первую пресс-конференцию, он заявил, что будет серьезно разговаривать с Мамаевым и Кокориным. Ну, видимо, поговорили. Александр Кокорин и Павел Мамаев, напомню, стали безумно популярны в плохом смысле этого слова после скандальной вечеринки в Монако. Спустя буквально 2 недели после провала нашей сборной на Евро игроки веселились в дорогом клубе. Они заказывали там шампанское, причем на 250 000 евро. Выносили выпивку им под гимн России. После этих кадров, которые облетели всю страну, на футболистов обрушился шквал критики. Кокорин спустя время извинился публично, но Мамаев лишь ограничился письменными объяснениями.